первом и, наверное, последняя суперпризначная надежда на чемпионскую гонку сегодня у нас сохранится в случае, если Аталанта победит. Да, если Аталанта сегодня выиграет, то команда наберет 69 очков, и отрыв от Ювентуса будет всего лишь 6 очков. Там, понятное дело, дальше надо смотреть на календарь. У Аталанты будут еще тяжелые соперники и у Ювентуса, но еще раз. Персонально действует Аталанта, даже сейчас это видно, Талой, где он оказывается против Роналду. Вообще, Аталанта обыгрывала Ювентус именно... Оббегает Квадрадо. Подача высокая на Сапату. Ну вот смотри, Ювентус владел мячом, а все равно такой первый полумоментик создает именно Аталанта. Ну уже после того, как Аталанта основательно завладел. Ичи здорово тащит. Хорошая передача на Ичи. Чили-чити бить может. Сапата бьет по воротам. 1-0. Говорили об одних, а забили другие. Папу Гомес отдал короткой передачи на Сапату. И Сапата развернулся и как-то тоже очень-очень просто отправил мяч в сетку ворот. 1-0. Но Гомес тут действительно точно не как работяга себя проявил. Работягой в этом эпизоде был Фройлер. Именно с его отбора, абсолютно чистого отбора, все началось. И дальше уже пошла магия от Гомеса, который, наверное, тоньше всех сыграл в этом эпизоде. Вот сейчас посмотрим, как он отыграется. Вот второй пас будет очень... Против Бернардески тоже довольно глубоко опускается подача. 1-0, это далеко не приговор. Дибала! Бьет по воротам. Ах, показалось даже сначала, что мяч в створ полетит. Но нет, это такая иллюзия телевизионная. Но вместо этого угловой будет. Это уже точно не иллюзия. Это Бернардески бьет по воротам. На мгновение мне показалось, что это Рабьё. Но нет, именно 33 номер, а удар не получился. Но вопрос, рикошет был ли или нет. По-моему, нет. По-моему, помещается в центр Данилу. Явно хотел сделать передачу на Бернардески. Дибала, подача, и тут уже пенальти. Пенальти за игру рукой. Ну, давайте отсмотрим, так или иначе. Первое решение арбитра есть. Прекрасно понимаем, что оно может измениться. Но это не пенальти. Я до сих пор, вероятно, ему подсказали, но все равно... Криштиану! Но это без шансов. Нет, это ладно. Это 1-1, это Криштиану Роналду. Он такими подарками пользуется почти всегда. 1-1, 1-1. Ну, на самом деле, слов нет, потому что... Ну, давай, ты меня ругал в первом тайме за то, что я как-то очень скромный... Но это липа была. Я найду слова, но они тоже... Передача на Малиновского. Малиновский бьет поворотом. Гол! Руслан Малиновский! Очередным, ну простите мне этот штамп, но это же и правда пушечный удар. Это можно так и заносить. Что такое пушечный удар? Покажите любой гол Руслана Малиновского. Отправляет мяч в ворота Войцеха Честного. 2-1. С правой такой удар получился у Руслана. Давайте сейчас насладимся на повторе. Снова, в принципе, гол Аталанты родился из того, что не отобрали на чужой половине поля. Но какое исполнение? Поэтому боязно. Но не обороняются. А, пенальти. Фантастика. Это даже и тут такой глупый с точки зрения футболиста, который его заработал, с точки зрения пенальти, Муриэля пенальти, но тут меньше споров будет. Тут, ну, это действительно выставлено. Криштиану забивает 2-2. 2-2. Вот ниоткуда пришли оба гола. Да, кстати, даже если кто-то не согласится по первому пенальти, считает его абсолютно справедливым, в любом случае ситуация и там не была острой. Это объединяет. Даже не доигрывает. Все, ничья, обидно. Малиновский и травмирован Дуван Сапата. В запасе Луис Мурель. Сразу скажу, что сегодня нет Криштиану Роналду, но, в общем, это ожидалось, чем у Ювентуса. Джанлука Рокки, возможно, лучший арбитр это. Джанлука Рокки. Готов дать стартовый свисток. Thank you.
Надо подниматься быстренько. Берро. А если на дальнюю штангу забивать, конечно, гол! Робин Гозенс выводит Аталанту вперед. Как они спокойно это сделали. И опять же этот фирменный прием, когда один латераль остается на дальней штанге и готов замкнуть любую атаку фланговую головой. Госенс, Хатебур очень много таких. И Кастань тоже таких мячей положили. И сейчас это сработало. Его никто не держал, но Мурель выходит именно вдвоем. Вцепились в него. Игуаин! Гол! Залетает мяч в ворота. Как же не везет сейчас Аталанте. Просто из ничего момент. Момент, когда Гонсало Игуаин реализовал свое голевое чутье. Вот и все. 1-1. Первый шанс Ювентус. Да, иронично, что сразу после фразы, то, что ничего не получается у Ювентуса, Ювентус забивает. Но сколько раз мы это видели за последние годы, это черта. Двоих убрал. Квадрата подключился чуть ли не в первый раз вот отсюда. И Ювентус забивает второй мяч. Гонсало Игуаин, дубль. Ну, знаешь, я сказал же тебе в перерыве, и все-таки они проиграют. Но не думал, что так. Забив первыми. Просто не думал. Да, я понимаю, почему ты мне это сказал, потому что это ДНК Ювентуса. Они так наказывали команды задолго до того, как в команде. Точно находит Пауло Дибала, левая нога, ближний угол 3-1. Ювентус побеждает. Это классика, конечно. Ювентус просто взял и скушал соперника, который играл гораздо лучше. Но этот гол уже совсем не удивляет. Тут как раз-таки вполне ожидаемый сценарий. Аталанта слишком раскрылась. И на пространстве мастерство Игуаина, мастерство Дибалы. Пас какой смотри. А может быть финальный свисток дает Джанлука Рокки. 3-1 побеждает Ювентус. Только вы, друзья. Солнце подари. Солнце подари нам. Ва-я-я, солнце подари. Солнце подари. Моя поеда! Моя поеда! Моя поеда! Эй, 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 эй! Неждать. Сейчас будет один из самых жарких треков. Все мы любим солнце, все мы любим... Петя, покажи им, как это делается. Приветы, приветы всем вот здесь, и здесь, и вообще всем здесь приветы. Солнце обязательно подарит всем фая, друзья. Любовь, позитив. Вы начинаете, мы продолжаем, окей? Тихо.